Всем привет, вы на канале Берхатер. Как взводить арбалет? Смотрите, стремя, чтобы туда ногу вставлять. Берем, вставляем ногу и пальчиками вот так вот взводим арбалет. Но так вы можете чуть-чуть туда тетиву, чуть-чуть сюда тетиву, у вас неровно она может зарядиться. Для этого есть натяжитель вот такой вот, приспособа такая. Так, берем два крючка вот тут вот, вставляем в тетиву. Эту фиговину ставим на обух арбалета, беремся за кольца и так в два раза легче натягивать. Но, ребята, это так все геморройно, долго. Поэтому у Берхантера вот Дума Армагеддон мне чем нравится, тут есть встроенный натяжитель. Берешь, взводишь и все, и тетива ровно взвелась, накладываешь туда стрелу и проблем никаких в этом, ребята, нету. Все, встроенный натяжитель, тетива взвелась ровно, и поэтому выстрел будет снайперский, ребята. Давайте попробуем стоя стрельнуть. Смотрите, какая красота, метатель снайпер, видите, прям в шарик попал. Вот чем мне нравится продукция Берхантера. Есть встроенный натяжитель, не надо заморачиваться, пальцы пачкать. Потому что тетива здесь пропитана воском, чтобы она не стиралась. Не надо пользоваться вот этой вот фигней, натяжителем, когда здесь встроенный натяжитель есть. Поэтому мне продукция Берхантера нравится. И вам советую, ребята, встроенный натяжитель взвел. Все, тетива легла как надо, и меткий выстрел обеспечен. Потому что если будете вручную пальцами разводить, можете один палец сюда, другой туда. И тетива может быть неровно, плечи неровно завелись, и у вас стрела может либо влево, либо вправо уйти. Встроенный натяжитель, все, у вас уже все есть. Не надо вот эту вот лямку таскать. Взвели, стрельнули метко и нормально. Видите, даже из положения стоя метко стреляется. Вот что значит Doom Armageddon от Берхантера. Ребята, арбалет классный, в описании ссылка, где его можно приобрести. А метателю нравится. Метатель все может. Ему нравится Doom Armageddon. Классная вещь. Кто не подписан, подписываемся. Лайк ставим, пишем комментарий. Всем пока. До новых встреч.